Я не занимаюсь политикой. Но политика занялась мной. Поэтому 27 октября я выйду на Пушкинскую площадь. Я не хочу, чтобы в моей стране были политзаключенные. Сегодня посадили их, а завтра придут за мной. Сегодня вы сидите на диване, а завтра в тюрьме. Не оставайтесь равнодушными перед беспределом властей. Перед тотальной ложью. Выходите вместе со мной за свободу политзаключенным. За свободу ваших детей. За свою свободу. 27 октября, 2 часа дня, Пушкинская площадь. Марш за свободу политзаключенных.